все бомбит, пацаны, во всем. Все, пацаны, нормально. Короче, можно ехать. Все по кайфу, ребята. Короче, ребят, все по кайфу. Всем от души, кто заходил на стримчик. Всем лайкосики, ребята. Салюта не было, короче, с новыми правилами, с этим коронавирусом. Салют отменили, пацаны. Короче, вот так вот, ребят. Сейчас мотик погреется маленько и поедем. Мально, зимой по кайфу. Привет. С Новым годом, с Новым годом, спасибо. А? Я 20 лет уже ездил. Вот это да. А вы учились как? Мне вот интересно. На мотоцикле? Ты что, кататься? Конечно, учился. И что, это как сдать на права или как? Ну, практически как сдать на права. Практически то же самое. Нет, у вас есть какая-то справка, что вот... Ну, конечно, конечно, как же, в ГАИ. Меня. В ГАИ учился. Могу прокатить вон до низа. Да, да, могу прокатить, да, поехали. Вот только до низа вон и обратно. Ты куда сядешь, назад? Или сюда хочешь? Идем, садись, короче, вот сюда вот. Блин, вот тут, а можно я сюда сесть? Ты сюда хочешь сесть? А можно мы вдвоем прокатимся? Ну чё, как? Волнующе. Волнующийся? Да я вот чуть-чуть вас прокачу здесь. Садись, да, вот так вот. Подписывайтесь на канал Пилот 1000 РР на Ютубе. Ну, да не, мне нормально, я привык. Ну, прикольно, спасибо. Прикольно, давай я помогу тебе вылезти. Давай. Спасибо. О, да не, да что, не, да что, с Новым годом тебя. Спасибо. С Новым годом. Не, да что, ладно, что. Опа, нормалечек. Нормально. Ты канал какой-то ведешь? Да. А как называется? А вот наклейка Пилот 1000 РР. Понял, спасибо. Давай, спасибо.
Вверх-то мы не поедем, там гайцы стоят. А мне как бы лишние разговоры, тоже время тратить сейчас. Как бы уже все везде посмотрели, как бы уже все. Нормально. Вот это я понимаю. Ребята на позитиве. Пацаны, будьте веселее, а? Ребят, будьте веселее, блин. Мир настолько скучный, блин, что если... Кто, если не вы, создадите себе, блин, хорошее настроение и праздник на душе. Пацанчика, музыка бомбит нормальненько, так на Мазде. Шестерочки. Да, на Уральчик бы музычку еще поставить, ребят. Вообще было бы. У меня есть, конечно, такие идеи. Блин, гайцы стоят, гайцы. Нет, ребята. Нет. Ого, я же говорю, блин, у нас, блин, инспектора, мотоциклисты, блин, вообще крутые, блин, парни. На самом деле.
как вы, ребят, блин. Тоже это кайф, а все-таки мотоцикл. Все-таки два колеса, да? Как, блин, вообще прям. Прям так действует на человека, блин. Так прям проникает, да? Не зря же, ребят, говорят, четыре колеса возят тело, а два колеса возят душу. Вот прям в точку, вот прям в точку. Поговорочка прям такая, в точку прям. Действительно, так оно и есть. Два колеса возят душу. И ты действительно прям наслаждаешься, прям кайфуешь, действительно, ребят. На самом деле, нормально. Ребят, ну как вам, напишите комменты, как вам вообще покатушка, пацаны, как вообще, как покатушечка на Урале, на советском мотоцикле, блин, зимой, на Новый год, как вообще вам, я думаю, вам кайфово, ребята. Так, здесь знаки сорокет везде, блин, но не надо особо гнать. Еще бы зеркала бы маленечко пошире поставить. Ну, их, они хорошие, их надо просто нарастить маленько. Да, вообще нормально будет. В костюме Деда Мороза, конечно, блин, не получилось у меня, ребят. Как я тупанул жестко, вот не успел купить костюм, а. На меня на площади и так все смотрели, блин, вообще. Я, блин, такой, блин, 1.90 м, блин, в шлеме хожу, вообще, блин. Вообще жесть, вообще жесть. Ну, нормально, ребят. Жалко, что салюта не было, вот. С этим коронавирусом. А я, между прочим, ждал, ждал, очень ждал, ребят, что будет салют. Обидненько, что салюта не было. Вот, ребят, паровоз у нас есть. Прикольный тоже. Прикольненький паровозик. О, сигналит, блин. Ну, красавцы, красавцы, что. Красавчики, ребят, от души вам всем. От души, от души. Таксисты, от души, таксисты. Ничего себе там кричат. Я же думаю, блин, у меня на Урале шестерни завыли. А там пацаны кричат. Офигеть, я же думаю, что такое, блин. Реально думаю, шестерни распредвала завыли. Как волки. Голодные неделю. Ну а все, ребятки, уже скользко, блин, ехать. Асфальт такой скользкий уже. Ну, на поворотах скользкий. Так, когда прямо, не особо. Не, четвертая в городе борщ. Третья норм. Сигналит, сигналит. Блин, на Урале вы видели, блин. На мотоцикле, блин. Реально позитивчик, позитивчик, пацаны. Позитивчик. Очень я, ребята, рад. Очень рад. То, что кончился 20-й год и наступил 21-й, да? Но я был бы, если честно, я был бы еще бы намного бы рад, если бы можно было бы малечко как бы изменить 20-й, вот как бы пережить, да, заново. Вот сейчас прикиньте, 2020 год. Ну, все то же самое, все люди как бы на месте, все, все, все. Все люди, блин, живые, блин. И пережить, как бы предотвратить, блин, вот это все, то, что случилось в 20-м. Было бы, конечно, намного лучше, ребят. Вот. Было бы намного лучше. Было бы бодрячком. В принципе, тепло, что. Я бы не сказал, что мне холодно. Нормально.